тратятся годы, и назло всем так хочется жить без забот и проблем. Куда несется мир? Скажи, зачем? Ах, если бы знали мы все наперед, что и когда будет с нами, где повезет, а где наоборот, засада ждет. Так, ну что, кто соскучился по морешку, знаешь, что там холодно у нас и в Москве похолодало, и во многих городах России все еще холодно до сих пор. Поэтому делюсь с вами теплом. Так, купаются люди. Так что, ну, для меня, конечно, все еще вода прохладная, но все равно как бы желающие искупаться есть. Так, сейчас у меня, как всегда, знаете, первое вот это вот, это холод. Пена морская, это холод. Потом ничего, вот сейчас. Ой. Это, знаете, как сразу окатило. Ой, очки были, хотела очки спустить, очки оставила там. Сперва окатило, ну, такое вот состояние. Как будто тебя под холодный душ. Но стоит постоять 2-3 минуты, потом, в принципе, ты уже нормально воспринимаешь. Инна, а ты уже купалась? Ой, да. Да. Уже плавала? Конечно. Вот так вот. Что-то как-то не шибко хочется. Какой кап? Пляденький? Да. А я бы пошла. Пойдешь? Я тебя поснимаю, если хочешь. Я бы пошла. Слушай, я говорю, иди. Мужики он там на грудь приняли, пошли. Я что-то как-то, знаете. Вы только посмотрите на эту картину. Это же фантастика. Вон там дальше у нас пляж Барут Гоя. Здесь какой-то, или как правильно читается, не знаю, отель. Ну, а это наш пляжик. Здесь, я так понимаю, что все пляжи тех, у кого отели на второй линии. Потому что здесь вот никаких отелей нет. Это, знаете, мы как через барханы какие-то ехали. Вот там через дорогу начинаются отели. А до дороги еще нужно дойти. 4 минуты ехать. Пешком я не измеряла сколько. Ну, наверное, мне кажется, минут 15-20 идти. Ну, 15 точно. Ну и по жаре, как бы, если кто-то поедет летом, это, знаете, не ахти. И вот в чем заключается, на мой взгляд, неудобство, это то, что если ты хочешь покайфовать до 7, до 8 здесь, да, ну, как бы не все же там торопятся на ужин бегом-бегом, но хочется подольше насладиться вот такими видами, то вы привязаны к транспорту. В последний автобус уходит в 6 часов. 6 часов, то есть как бы вы должны уже отсюда уехать, ну, либо 20 минут будете топать пешочком. Поэтому, конечно, я стараюсь выбирать сюда на первой линии отели, но здесь действительно бесподобный пляж. Пляж бесподобный, питание в отеле очень-очень хорошее, и, ну, вообще и анимация хорошая, персонал хороший, всего хватает, еда вообще просто шикарная. Поэтому обратите внимание на этот отельчик. Ну, тут не тусовочно. Нет, тусовки здесь не будет. Каких-то анимаций вечером тоже какой-то такой супер крутой не будет. Но будет вот такое вот красивое море. И будет классное питание. Узнайте, кто где из нас. Кто где? Где чья тень? Самое главное, чтобы волной не накрыло. А ну-ка. А ну-ка, вот это я понимаю, вот это аганийский товарищ, кто там пишет, что что-то не так, пожалуйста, вот вам, закаленный человек, нет, ну помимо одного закаленного, он там еще много закаленных, так что как бы, и я, в принципе, наверное, тоже могу пойти. Лена, в очках? Да. Вот дает.
Не-не-не, я не рискну. А очень легко выходить. Я знаю. Лена в морской пучине. Лена Сергеевна. Я вижу, что по пояс. Лена показывает, что вода по пояс. Ну, куда ты хочешь-то? Домой, что ли, поплыть? Выходи давай. Вот так вот, девочки. Инна искупалась спокойно. Спокойно-преспокойно. Морюшка показала вам. Волну дала послушать. Мы с Оксаной вчера дошли вот туда, до конца. Там античный город находится. Представляете, какое мы расстояние проделали по пляжу. Прошлись. А сегодня вот поленились еще. Никуда не ходили. Целый день здесь. Прощаемся. Прощаемся с морем на сегодня. И едем в наш... Смотрите, что здесь носят. Не-не, спасибо. Просто красивая. Да, красивая прям такая. Это арбуз красивый носит. Фрукты. А мы все, уходим. А я хочу вам сейчас показать то, что подарила нам Лена с Иваном. Приезжали. Мы сейчас, когда распечатывали, в смысле не распечатывали, а шли с пакетами. Увидел официант и прям остановился и сказал, что ну прям это вот very, very good. Поэтому сейчас давайте покажу. Это аромат для дома. То есть считается, что это очень-очень хороший, классный аромат для дома. Но я не буду распечатывать. В общем, там жидкость. Это уже надо дома открывать, чтобы иначе он тогда будет выветриваться. Называется вот так. Dream Букет. Dream Букет. Ну, палочки, ну, я думаю, что все знают. Фирма вот такая, в общем. Можете взять. Вот, можешь поснимать. Это аромат для дома, он, оказывается, говорил. Да, что это очень-очень классный аромат для дома. А, поняла. Да, ну там как бы его распечатывать сейчас не надо, потому что он будет выветриваться. Да. Но, в общем... Это духи, блин. Не, он сказал, что это хорошая фирма очень. Видишь, что у них популярная, известная фирма. Классно. Как нам клевенько. Здесь вообще просто шикарно. Отель очень хороший. Прям советую всем, кто захочет сюда я поехать. Я вообще не понимаю. Не теплеет. А я уже... Не-не-не, он здесь не подогреваемый бассейн. Ну так, некомфортно плавать, если честно. Чего некомфортно? Ходить нормально мне уже. Инна уже плывет, он смотрите. Вот если бы ты пила, как я. Я была бы снизу. Ой, нет. А ты чай не лето пьешь? Чай. Чай не греет. Чай не греет. Нет, нормально. Не, но все равно. Оксана не решится. Не решишься? Ой. Не, ну когда, может быть, плаваешь уже какое-то время, нормально. В общем, будем плавать. Да, конечно. Мы в этот барчик, ну, в смысле, ну, да, на пляже тут и фаст-фуд тоже в том числе. Здесь уже, видите, убирают, хотела вам показать. Ну, в общем, все как всегда. А здесь сейчас уже начинаются вафли, мои любимые вафли с разными начинками. В общем, нужно, пожалуй, постоять. А также здесь вот такое вот мороженое, можете брать любое. Ну, тоже в определенные часы, что я... Не помню, в какие. В общем, любое мороженое на ваш вкус, берите любое. Вот такие вот здесь, видите, вафли. Ой, в смысле не вафли, а это как это называется? Ну, в общем, жареные такие палочки с сахаром. И чай я себе взяла. А что-то так думала, хотелось, наверное, томатного сока. Ну, ладно, попозже. Вкусные? Вкусные или нет? Слушайте. Это то же самое, что и вафля, только в другой форме. И с корицей. Здесь еще добавлена корица. Это очень вкусно. Обалденно. В общем, дорогие друзья. Соседи на. В общем, вот таким вот образом мы сегодня. Я голову еще сушу. Спереди высушила, сзади нет. Таким образом, сегодня прошел наш день. Первая половина дня. Сейчас отправляемся на ужин. Вечер. Вечер. Сейчас такое время красивое, такое закатное время. Посмотрите.
какой вид. Я буду скучать по этому виду. Вид просто потрясающий. Здесь каждый день все меняется. Сегодня все по-другому. Помните, мы когда заехали, здесь были сладости. А теперь их перенесли на другой стол. Но, правда, это еще было вчера. Со вчерашнего дня еще перенесли. Так, я сразу традиционно иду. У кого что болит, что-то Тома говорит. Я люблю сладости, поэтому сразу иду в сладости. Такие какие-то вкусненькие десерты, наверное. Вот эти типа как пирожная картошка наверху. Ой, тортики. Инна сегодня пробовала тортик, нас соблазнила. Оказались очень-очень вкусные тортики. Ну, правда, реально. Посмотрите, какие красивые. Идем дальше. Вот этот, мне кажется, лимонный. Очень вкусный. Оторваться от него не могу. А здесь посмотреть, какова красота. Это очень красиво. Надеюсь, что еще и вкусно. Тыкву мне написали бесподобно, но я тыкву не люблю, девочки, поэтому пробовать не буду. У меня вот моя любовь, мне больше вообще ничего не надо, там все красиво, но это самое вкусное. А сегодня еще, смотрите, что появилось. Появился арбуз. Не было до этого арбуза, сегодня нарезают арбуз. Фруктов очень большой выбор. И красота просто. Так. Что еще? Так тяжко дыхаю, потому что все хочется съесть, а есть не можешь. Здесь грибы обжаренные в кляре. Представляете? Такое вообще первый раз вижу. Грибы в кляре. Так, здесь вот это меня всегда вообще удивляет. Сильно удивляет, что очередь стоит за макаронами с разными соусами. Вот это я, честно, не понимаю. Это лодочки, они сами пекут с этими баклажанами, по всей видимости. Инна, смотрите, сейчас посмотрим Инне на тарелку. Так, ладно, это вот все там печеное такое. Сейчас на гриле я потом подойду, посмотрю, там, может быть, что-то вкусненькое такое есть. Фрикадельки. Кукуруза мелкая с рыбой. Это рыба на пару, не написано какая. Это что-то с булгуром, рулет куриный, пюрешечка. Людей немного. На ужине стараюсь людей не снимать. Здесь всегда вот этот вот рулет из осьминога. Это ваш последний, наш последний шведский стол на ужин, поэтому показываю вам вот так вот все подробненько. Больше шведского стола у нас с вами не будет за эту поездку. Поэтому смотрите. Ну, только разве что утром, наверное, в каком-то отеле. Больше у нас все включено не будет. Мы решили с Оксаной все браться за себя. Последний это наш такой опыт. Это нереально. Здесь наедаешь такое количество килограмм. Так нельзя. Hello. Так, а здесь что-то такое, шашлык из индейки, денер из говядины и что-то он там еще жарит. А, и рыба. И рыба. Мы рыбу с ней жарили, это ели на обед. Не знаю сейчас, что даже взять в растерянности. Сделала вот здесь курицу. Доми стеклянный соус. Подождите, я не пойму. Да, курица. Сегодня курица. И сегодня арбуз. А ты где тарелочку взяла? Так, мой сегодняшний ужин. У меня тут друг под столом. Он мне помогает есть. Вот такая вот рыбка. Она зажаренная. То есть не, это не сгоревшая, это гриль. Чуть-чуть огурцов. Моя любимая пахлава. И арбуз. И это пока что все. И я не скромничаю. Это действительно реально. Здесь этот отель, это испытание едой. Это когда ты выходишь, ты не можешь дышать, потому что там у тебя просто... Я сегодня даже старалась и на обеде меньше есть, но это нереально. В совокупности там с напитками, с чаем, с водой, с айраном. Это сложно. Поэтому, то есть не то, что там я меньше ем, просто уже некуда. Вот реально некуда есть. Все очень вкусно. Особенно пахлава. Я бы даже, знаете, может быть, и не брала бы ничего основного. Вон он, видите, у меня друг мой. Надеюсь, косточка он не подается. Делает. Такие вот здесь друзья.
В общем, если кто-то ест, то всем приятного аппетита. И еще раз советую пахлаву. Реально, это просто вот фантастика, взрыв мозга. Это баклава в молоке и с шоколадом. Продается в Мигросе она. Но перевезти ее с собой не удастся, потому что она очень маленький у нее срок годности. Поэтому, ребятки, если кто-то увидит в отеле, берите. Это друг мой. Ты еще хочешь? Да? Еще хочешь? Готов съесть всю мою рыбу со шкуркой, да? На, ешь со шкуркой, что ж делать? Все, девчонки, прощаемся с Ириной. Да, ребят, все. Все, до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч, канал Инна Судакова. Новый день. Идем провожать Инну. Посадили Инну в автобус. Автобусы здесь такие маленькие. И добираться здесь нужно двумя путями до Алании. Сперва доехать до Манавгата. Там еле все забилось, все полное. А потом с Манавгата там уже будет автовокзал до Алании. Это долго, реально. 2.5 часа, 3.5 часа. В общем, ну его нафиг. Ну а у нас попытка номер 10. Попасть все-таки на набережную Веринский. Или как она там правильно называется. Ну что, похоже, мы нашли эту все-таки набережную. Мы все время вниз уходили в старый город. А нужно было перед машинками, которые идут на старый город, повернуть направо. Вот к нам сегодня Лина заезжала с Иваном и объяснили, что мы делаем не так. Поэтому, соответственно, вот мы вышли. Ну, мне кажется, она не настолько широкая все-таки, насколько в Алании, но длинная. Длинная, но не настолько широкая. Днем, конечно, было бы интересно посмотреть, как здесь и что. Здесь получается вот это вот что? Бич, ресторан, бар. Нет, я имею в виду вот это вот... Смотри, ресторан, вот на пляж. Приходишь в ресторан, сидишь? Все, я поняла. А где же тогда вот эти все отели, которые... Ну, дальше. Пятизвездники, они в конце где-то, да? Конечно. Ага. Вот они смотрятся, как красиво. А так вот получается длинная-длинная набережная. Возле Мгарден, ну и... сбоку огромное количество кафешечек разных с фонариками, все. То есть вот если кто думает, где походить, здесь будет ли возможность ходить, не переходить. Хотите в старый город, мне кажется, там как-то более оживленно, чем здесь. Хотите сюда, здесь хотя бы фонарики работают. Ну и волна. У меня, конечно, телефон гуру ночной съемки, как вы понимаете, да? Вот так вот. А старый город где-то вот мы там были. Да, вон там, где огни светятся, там мы были в старом городе. А это вот направо. Просто нужно было чуть-чуть по улице спуститься по торговой, маленькой, неприметной вниз. Но здесь такие тоже, знаете, бескрайние прям пляжи. Смотрите, вот это все такой один длинный большой пляж. То есть я все никак не могла понять. Думаю, ну где же сиды, где же что количество отелей? Здесь же огромное количество отелей. А у нас там раз-два и обчелся. А оказывается, вот оно все. Здесь тоже с правой стороны разные торговые точки с сувенирчиками. Ну, основное, конечно, это просто чисто прогуляться вдоль моря. Котики любимые, которые утаскивают где-то еду в сумки по 14 евро, по 9 евро. Ну, это такие уже здесь, знаете, дешевые реплики. Вот если там улица, где старый город, там дорогие реплики, то здесь уже дешевые реплики. И тоже огромное количество ресторанчиков. И здесь, наверное, есть вот отели-троечки, я так подозреваю.
что, ну, потому что иначе, если так, как у нас все включено есть в этих ресторанах, то как, ну, это только не ужинать у себя, а зачем тогда платить за все включено, чтобы ходить по этим ресторанам? Непонятно. Так, ну мы туда до конца не пойдем. В принципе, все понятно. Здесь тоже и душевые, смотрите. Вода прям добивает практически. Ой, какой красивый, пушистый какой. Очень красивый котик. И еще там большое количество котиков. Вот такая набережная. Я думаю, что кто-то узнает свои любимые места. Что здесь такое? Сидестар парк. Так, ну а мы сейчас немножечко еще прогуляемся вперед. И пойдем с Оксаночкой уже к нам в отель отдыхать. Сошли мы по этой набережной. И направо вот такая вот еще торговая улица. Здесь уходит, здесь еще тоже какие-то небольшие отельчики. Ну и магазинчики. Как тебе купальник, он посередине, смотри, симпатичный. Вот, ну, я не знаю насчет качества, я тебе говорю насчет вида. Но посмотрела ты туники, да какие есть? Там, а ты искала? Вон их там полно. Спать хочешь пойти? Ты же хотела тунику себе. Вот это же все туники. Ну куда вот у меня все ты вот в такой тунике, допустим? Вот. Ну это не туника, вот это ночнушка какая-то. Так вот это имя такие же, какая, например? Нет, ну вот разные же здесь. Вон там вот еще же разные. Нет, ее, конечно, можно, но не знаю. Это, наверное, ну это туники, да? Туника. А это сарафаны. Здесь все в таких сарафанах. Вот, вот туники разные. Ну, такие коротенькие. Все без цены. А сколько стоит такая? 25 евро. 25. Все туники, да, по 25 евро? Красиво. Вот, Оксана, вот такие вот, где они? Вот смотри, вот, посмотри сюда. В общем, сторговались сейчас с таксистом за 5 долларов. Он нас довез вот от этого рыночка. Там идти, в принципе, недалеко, но мы что-то уже настолько устали. Вот честно, еле-еле пришли. Пришли в отель. Сейчас еще с Оксаной здесь получше интернет, чем в номере. В лобби смонтируем видео и пойдем баньки. Инну проводили. Ну, а вам, как всегда, всем желаем добра, удачи, позитива, отличного настроения. И увидимся с вами вновь. Пока-пока.